Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на закрытии третьего трудового семестра штаба студенческих отрядов «Континент» Самарского аграрного университета. Возникновение движения студенческих отрядов. Возникновение Самарского регионального отделения. Возрождение движения современных студенческих отрядов. Возрождение студенческих отрядов Самарской государственной сельскохозяйственной академии. Появление строительного направления Самарской государственной сельскохозяйственной академии. Образование студенческого педагогического отряда «Авиатор». Зарождение отряда «Проводников». Создание сельскохозяйственного отряда «Приволжье». Возрождение животноводческого направления. Животновод! Зарождение экологического направления. В жизни большинства студентов существует лишь два семестра, итогами которых являются сессии. У бойцов же студенческих отрядов существует и третий – летний трудовой семестр или же целина. Вот уже 60 лет отряды трудятся на благо нашей Родины. Это движение уникально, ведь оно затронуло почти каждую семью. Многие студенты прошли школу жизни в отрядах. Время идет, но традиции отрядов остаются неизменными. Гимн всегда поем и будем петь, чувствуя плечо соседа. Отточенные с годами песни не позабудется год, который раз с отрядом вместе судьбы проводим новый поворот. Нас не сломить, пока мы рядом, мы верим в силу наших добрых дел. Вперед, друзья, вперед отрядом, достигнем недостигнутый предел. Российские отряды, мы лучшие движения в стране. От юношей до ветеранов, сегодня строим, завтра на земле. Российские отряды, мы лучшие движения в стране. От юношей до ветеранов, сегодня строим, завтра на земле. Мы строим жизнь, нам это важно, и горяча идея и голова. Мы молоды, честны, отважны, и пусть на нас равняется страна. Нам юность дарит пыльное время, на завтра не откладываем сил. И наше замечательное племя подрузит знамя на священный мир. Российские отряды, мы лучшие движения в стране. От юношей до ветерана, сегодня строим, завтра на земле. Российские отряды, мы лучшие движения в стране. От юношей до сегодня строим, завтра на земле. Студенчество создало братство, семью, что приютила нас с тобой. Ты из какого парень края, бойцовки для значит точно свой. Мы верим в то, что этот путь достойный, не променяем куртки на сумму. И сердце бьется крайне беспокойно, пока любой из нас еще в строю. Российские отряды, мы лучшие движения в стране. От юношей до ветерана, сегодня строим, завтра на земле. Российские отряды,
вечер континент. Дружно двигаемся в ритме, чтобы отряды наши знали. Раз, два, три, погнали! Мышцы подкачаем, и канат мы подтягаем. Турники не испугали. Раз, два, три, устали. Девчонки во дворе не кричали вслед тебе. Как же вы уже достали? Раз, два, три, все ясно? Ребята, извините, я опоздал, больше такого не повторится. На закрытие опоздал. Раз, два, три, погнал! Мы работы не боимся, будут радостные лица. Вот зарплату нам раздали. Раз, два, три. Тысячи? Я устал, и ты устал. Долгожданный час настал. Чтоб мы вас не доставали. Раз, два, три, закончили. Летом наши бойцы трудились на целине, а чтобы зимними вечерами согреваться теплыми эмоциями, они приготовили для вас видео. На сцену для вручения номинации «Лучший видеоролик штаба студенческих отрядов «Континент» приглашается мастер штаба Батова Виктория Владимировна. Студенческому строительному отряду «Ком». Наш зал сегодня гостеприимно встретил ребят из других штабов студенческих отрядов вузов Самары, а также наших дорогих студентов. Для приветственного слова приглашается командир штаба студенческих отрядов «Континент» Самарского аграрного университета Алексей Сергеевич Сычев. Всем добрый вечер. Я, как и многие в этом зале, рад присутствовать сегодня на закрытии третьего трудового семестра. Этот год для студенческих отрядов юбилейный. Для нашего штаба он юбилейный втройне. Студенческие отряды, движение студенческих отрядов в этом году отмечает свое 60-летие. Движение российских студенческих отрядов 15 лет. И возобновленное движение в студенческих отрядах нашего вуза, уже Самарского государственного аграрного университета, отмечают свое 10-летие. Поэтому для нас это праздник втройне, и мы благодарны
руководству вуза, которое в свое время поддержало идею возрождения этого движения, и сегодня уже штаб включает не одну сотню бойцов, которые каждое лето, а уже и в зимнюю целину уезжают, трудятся на благо всей страны. Мы участвовали в стройке стадиона «Арена», встречали гостей в нашей дружной Самаре, кормим страну, она помогая взращивать пропитание на объектах Эко-Нивы. И теперь она стала к нам немножечко ближе, и мы надеемся, что мы более плотно будем с ней сотрудничать. Наши ребята работают проводниками и уже объездили половину России. Поэтому мы движемся во всех направлениях, развиваемся и растем. Я надеюсь, наше движение будет только крепнуть, а наши бойцы будут работать еще и в других направлениях. Поэтому всех с праздником, с закрытием третьего трудового семестра. Студенческий отряд проводников «Нулевой километр» с песней про свой отряд. И этим летом они объездили всю страну. Встречайте, «Нулевой километр»! Начало не имеет он конца, доверие в опять вручало навсегда. Пускай с детьми мы не играем, мы не строим ничего, мы носим гордое название «Отряд проводников». Решение в отряде принимает большинство. Если ты что-то не знаешь, я тебе все расскажу. Если не умеешь, подойду и научу. Немногие смогут остаться, многие просто уйдут. Но кто остался от друзей, навеки здесь найду. Объедем всю Россию, друзей мы новых там найдем. Наверное, будет очень сложно или просто нелегко, но мы не унываем и движемся только вперед. Мы приглашаем на эту сцену комиссара студенческих отрядов Самарского аграрного университета Емельянову Ирину Сергеевну. Благодарственное письмо вручается Севрюковой Татьяне, Назаровой Веронике, Кудашевой Елизавете, Мустафиной Индире, Макаренко Екатерине, Самойленко Анастасии, Шараповой Зинаиде, we'll be right back.
приглашаю на сцену сельскохозяйственный отряд «Животновод». Ребята трудились на сельскохозяйственных комплексах «Эко-Нива» в разных регионах нашей страны. Встречайте громкими аплодисментами отряд «Животновод». Биологии сельскохозяйственных животных, экс-командира студенческого строительного отряда Вещеряков Анатолий Саватевич. Благодарственное письмо вручается мастеру сельскохозяйственного отряда «Животновод» Анисимову Владимиру. Марковой Милене. Статенко Богдану. Сутягину Владиславу. Темниковой Ирине. Анисимовой Виолетте. Никифоровой Екатерине. Ярыш Анастасии. Меметову Аблемиту. Филипенко Анатолию. Купряеву Илье. В 70-е годы.
на первом курсе, на втором курсе, на третьем курсе, на втором точно, на первом, начиная с сентября месяца, у нас один месяц, потом на втором курсе, я, поскольку после армии, меня избрали, выбрали комиссаром отряда, и мы были на стройках работать, строили, в учхозе, потом где-то еще, в общем, в трех местах мы занимались, и это вот самые такие светлые воспоминания и добрые, сейчас вспоминаю, и как будто возвращаясь, вот смотрю на вас, на молодежь, как будто это было вчера, буквально недавно. Ну, в общем, поздравляю вас, успехов желаю. Как держать, да, здорово. Уважаемый Анатолий Саватеевич, наш штаб с гордостью хочет вручить вам бойцовку. Состав звучит гордо, ведь именно они руководят отрядом, ведь именно на них ложится большая ответственность не только в третий трудовой семестр, но и в течение года. В нашем штабе проходит конкурс «Лучший комсостав». Для торжественного награждения на сцену приглашается председатель правкома работников, экс-командир штаба студенческих отрядов Куйбышевского сельскохозяйственного института Андрей Александрович Санин. Добрый вечер, дорогие коллеги. От 70-х годов прозвучало уже поздравление. А теперь разрешите вас поздравить от 80-х годов. Громче, погромче. Это наша жизнь. Мы вспоминаем эти времена с чувством гордости и ответственности. Очень приятно, что сегодня мы чествуем именно окончание третьего трудового семестра. Мне очень приятно, что сегодня юбилей. 10 лет, как была возобновлена работа студенческих отрядов. Я горд этим. Я знаю, что наши отряды, они достойно несут флаг 60-х, 70-х, 80-х годов именно нашего Самарского государственного аграрного университета. Поздравляю, дорогие друзья! Грамота вручается Кудряковой Елене Петровне. Традиционных направлений в нашем вузе существует отряд «Поезд», который ежегодно принимает участие в акте памяти по розыску и перезахоронению павших защитников Отечества. В этот год отряд получил диплом третьей степени Всероссийского конкурса студенческих отрядов вузов Минсельхоза России в номинации «Поисковые отряды». И на сцену мы приглашаем руководителя направления Гомонову Любовь Николаевну и активистов отряда «Поезд». Встречайте! Для торжественного награждения приглашается командир штаба студенческих отрядов Самарского ГАУ Алексей Сергеевич Сычев. Письмо вручается бойцу отряда «Поиск» Анисимовой Виолетте. Баекенову Абаю. Дарбаице Евгению.
Журавлеву Александру. Зайцеву Никите. Козловой Елене. Крутову Александру. Купряеву Илье. Лебедеву Сергею. Никифорову Сергею. Понесло Надежде. Приятельчук Татьяне. Севрюгиной Виктории. Сарачайкину Максиму. Ющенко Виктории. Лучший комсостав номинации «Мастер». Грамота вручается Купряеву Илье за победу в конкурсе «Лучший комсостав номинации «Мастер». Комиссар. Известных и до знаменитых, сразить которых годы не вольны, нас 20 миллионов незабытых, убитых, не вернувшихся с войны. Нет, не исчезли мы в кромешном дыме, где путь, как на вершину, был непрям. Еще мы с женам снимся молодыми и мальчиками снимся матерям. А в день победы сходим с пьедесталов. И в окнах свет, покуда не погас, мы все, от рядовых до генералов, находимся незримо среди вас. Есть у войны печальный день начальный. А в этот день вы радостью пьяны, бьет колокол над нами поминальный, и гул венчально льется с вышины. Мы не забылись вековыми снами, и всякий раз у вечного огня вам долг велит советоваться с нами, как бы в раздумье головы склоня. И пусть не покидает вас забота знать волю не вернувшихся с войны. И перед награждением кого-то
и перед осуждением вины все то, что мы в окопах защищали или возвращали, кинувшись в прорыв, беречь и защищать вам завещали, единственные жизни положив. Как на медалях после нас отлитых, мы все перед Отечеством равны. Нас 20 миллионов незабытых, убитых, не вернувшихся с войны, где в облаках зияет шрам наскальный. В любом часу от солнца до луны бьет колокол над нами поминальный, и гул венчальный льется с вышины. И хоть списали нас военкоматы, но недругу придется взять в расчет, что в бой пойдут и мертвые солдаты, когда живых тревога призовет. Будь отравима адова година, но мы готовы на передовой, воскреснув, вновь погибнуть доедино, чтоб не погиб там ни один живой. И вы должны, о многом беспокоясь, пред злом ни шагу не подавшись спять, на нашу незапятнанную совесть достойное равнение держать. Живите долго, праведно живите, стремясь весь мир к собратству сопричесть, и никакой из наций не хулите, храня в зените собственную честь. Каких имен нет на могильных плитах, их всех племен оставили сыны. Нас 20 миллионов незабытых, убитых, не вернувшихся с войны. Падучих звезд мерцает зов сигнальный, а ветки и в плакучих склонены. Бьет колокол над нами поминальный, и гул венчальный льется с вышины. Каждая работа важная, в том числе работа с детьми в различных детских лагерях. Именно вожатые этим летом зажигали детские сердца позитивом и яркими эмоциями. Громкими аплодисментами встретим бойца студенческого педагогического отряда «Авиатор» Волкову Галину! Начинает болеть, с кем-то подрался обиженный мальчик.
знаешь, вожатый, надо терпеть. Смена пройдет, тогда и поплачем. Нет пути обратно. Я вожатый, ты вожатый. Днем у костра в ночи расскажи. Не молчи, верь, друг, ты вожатый. За тобой идут ребята, но у костра ночи не молчи. Слово за дело, бит пролетели, день расставания, значит, пора. Время разлуки, время потери. Город, автобус и все по домам. Не успеваешь песню допеть. Жаль, только смену вернуть невозможно. Знаешь, вожатый, не надо терпеть. Плачь, потому что сейчас это можно. Ни один ребенок в процессе не заплакал. Что нельзя сказать про меня? Для награждения на сцену приглашается председатель правкома работников, экс-командир штаба студенческих отрядов Куйбышевского сельскохозяйственного института Андрей Александрович Санин. Благодарственное письмо вручается командиру студенческого педагогического отряда «Авиатор» Белоносову Владимиру. Казанцевой Кристине. Волковой Галине. Мазиловой Анастасии. Парфеновой Екатерине. Козиной Ксении. Александрович, наш штаб с гордостью хочет вручить вам бойцовку. Сельскохозяйственный отряд «Приволжье». Ребята работали в Краснодарском крае. Они убирали урожай фруктов под знойным солнцем. Несмотря на все тяготы их целины, им удалось преодолеть их сложный путь и даже занять четвертое место по трудовым показателям на проекте «Гигант». Солнечного света. Не видела она зелени травы, голубого неба.
так же, как и мы с вами. Для награждения бойцов на сцену приглашается начальник отдела практик и трудоустройств Сергей Александрович Васильев. Благодарственное письмо вручается бойцу студенческого сельскохозяйственного отряда «Приволжье» Боринской Марине. Амангелды Аиде. Самойловой Ангелине. Есендариевой Зарине. Бажовой Наталье. Мантрову Валерию. Огурцову Максиму. Ну а сейчас на сцену мы приглашаем самый молодой отряд штаба «Студенческий строительный отряд КОМ». Бойцы работали на железной дороге и участвовали в ремонте и обслуживании железнодорожных путей Куйбышевской РЖД. Встречайте, самый балдежный отряд КОМ! В этом штабе жарко, будто в нем кило васаби. Эй, васаби, эй, васаби, эй, васаби, эй, васаби, эй. Пулат персон, мы залетаем в него сразу. Мы в отряде, мы в отряде, мы в отряде, мы в отряде, эй. Самарский ГАУ, встречайте сумасшедших красавчиков из КОМа! Подожди, а что сумасшедших? Вы сами посудите. Кто вчера в штабе матерился, обмотался гирляндой и залез на стол. Так это ты был. Ну вот, видите, у вас даже капитан конченый, о чем можно говорить? Ребята, сегодня у нас серьезное мероприятие, давайте выступим, хорошо? Саня, прекрати щекотать себя бородой. Кстати, где наш командир? Парни. Я нам, конечно, работу нашел. Ну и на этой прекрасной ноте мы начинаем. Давайте представим. Ну, очень ленивый мастер. Ваня, отойди от рельс. Ваня, отбегай! Ваня, отползай! Гопник Саня, когда готовит омлет, разбивает яйца с вертухи. Итак, представьте, Саню учат знакомиться с девушками. Сань, смотри, как нужно клеить девушек. Учись. Видал? Давай теперь ты. Ты зачем кирпичом-то кинул? Да я жена просто. Толян, почему ты постоянно объявляешь? Давай я попробую. Ну давай попробуй. Там Петрович такой берет, и как заеб... Ну как при... Да с... Толя, объявляй. Настройки? Как учеба? Нормально, как жена? Нормально. Отдохнем? Давай.
свадьба когда была? В августе. Представим, мастер учит новобранцев работать. Вот! Вот! Вот как нужно штукатурку наносить! Ой, а я умею маникюрчик делать. Ты что, ногти накрасил? Ой, я просто вчера полочку прибивал и там... Парни, как мы вообще с таким работаем? Я не понял. Тебе что-то не нравится? Еще раз ты про меня... Опа, опа, опа! Вот, блин! А я только думал, нормальная жизнь начинается. Эй, молодой человек! Наш отряд считает, что размер не имеет значения. Ну и что бы хотелось сказать в конце? Хоть ком этим летом и работал на ПМС, истерик никто не закатывал. Начальник отдела практики и трудоустройств Сергей Александрович Васильев. Поздравить, да? Добрый вечер всем. Ну, хотел бы сначала поблагодарить то, что пригласили на данный праздник, на данное мероприятие. Окончание трудового семестра. Но за окончанием будет еще новый трудовой семестр. Поэтому хотелось бы вам пожелать, конечно же, плодотворной работы, интересных знакомств, хороших друзей, новых друзей. Ну и, конечно же, чтобы те знания и умения, которые у вас появились в этом семестре, пригодились вам и в следующем. Ну, как правило, когда что-то уходит, год либо семестр подводит итоги. Хочу выйти немножко из этого формата и рассказать вам о планах. А планы следующие. То есть в этом учебном году будет подписано порядка 25 соглашений с базовыми предприятиями. И уже вот весной студенты поедут на данные предприятия для прохождения производственных практик. Причем здесь студенты будут собраны сразу с нескольких факультетов. Это и агрономический, экономический, инженерный и так далее. Поэтому такие будут сформированы мини-трудовые отряды. И я думаю, вот в вашем полку, наверное, серьезно прибудут. Также... Вы знаете, наверное, да, что будет строиться большой комплекс ЭКОНИВА в Самарской области. Поэтому вот мы видели тут сценку, да, с ЭКОНИВой. И я так думаю, что ЭКОНИВА для нас станет чуть-чуть ближе. То есть уже находясь в Самарской области, мы можем занять там основные, главные места для прохождения практик для, соответственно, трудовых отрядов. Наконец-то нашим правительством подписан закон о субсидировании предприятий, которые будут принимать наших студентов для практик, для работы. И мы уже сейчас видим, что количество желающих значительно возрастает. И здесь мы уже можем, соответственно, сами им диктовать требования, которые должны они предъявлять. Значит, и основным этим требованием является готовность и желание, самое главное,
обучать студентов, чтобы студент не просто занимался физической работой, но и также чему-то мог научиться. И как ведь все-таки приятно, когда мы возвращались из Санкт-Петербурга, садились в поезд и увидели проводницу, это студентку нашего вуза. Как это было приятно, находясь много-много километров до родного дома, соответственно, встретить. Ну что, бойцы, новых побед вам и всего самого наилучшего. С праздником! Спасибо большое. Ну а мы переходим к награждению. Благодарственное письмо вручается командиру студенческого строительного отряда ПОМ Шаркаеву Ильнуру. Комиссару отряда Волошину Александру. Шумилову Анатолию. Мухтарову Хабилю. Куманяеву Андрею. Мастеру отряда Дьяченко Артуру. Бойцу Сердюкову Артему. Бойцу Чигину Даниле. Бойцу Морозову Артему. Максимову Никите. Неусыпову Николаю. Оберсту Ивану. В нашем штабе в конце ноября проходит конкурс репостов. И сейчас на эту сцену мы приглашаем победителя конкурса Меметова Аблимита. Поднимайся и забирай свой приз. Студенчество – это яркая пора в жизни каждого человека. Эта пора богата на друзей, эмоции, опыт. Каждому хочется в это время перемен. Бойцы студенческих отрядов не являются исключением. Сигареты в руках, чай на столе.
Очень хорошее и замечательное событие. Я узнал о нем не только из приглашений. Я в воскресенье захожу, значит, сюда, в ДК. Собственно, все концерты закончились вроде, все мероприятия завершены. Тут народу, да, как говорится, не протиснешься. И вижу, в одном углу танцуют, в другом поют. Ну, я понял, да, действительно, мы все готовимся к закрытию третьего трудового семестра. Я хочу вас немножко поправить. У нас есть сейчас в ВУЗе еще один, ну, не скажу, что студенческий отряд, но отряд он есть. И наш трудовой семестр закончит чуть позже. Я бы назвал этот отряд таким названием «Юбилей». Мы тут все, очень многие задействованы, и есть присутствующие, есть ребята, которые нам помогают. Потому что на следующей неделе, неделя для нас очень знаковая, неделя юбилейная, и 20 числа состоится здесь, в этом зале, торжественное заседание, на котором мы здесь ожидаем и губернатора области Дмитрия Ильича Азарова. Не исключается приезд нашего федерального министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Николаевича Патрушева, но уж его заместитель Максим Иванович Увайдов, который курирует аграрные университеты, подтвердил свое участие. То есть здесь будет очень много гостей, наших выпускников, главы районов, ну, словом, все депутаты Государственной Думы, Губернской Думы, то есть все наши друзья, и мы отметим столетие нашего замечательного учебного заведения. Это очень большой серьезный праздник, мы готовимся к нему, это, думаю, даже вы заметили. Нет, конечно, мы лестницы делали и к вашему празднику, да, заменяли лестницы, но сегодня такой небольшой тест-драйв. Прошу, ходить аккуратно, эти лестницы не пачкать. Значит, нет, лестниц мы, конечно, помоем, вот, но сегодня вот такой небольшой тест-драйв, и, наверное, вот, ну, я сам почувствовал, что гораздо стало удобнее, мы хотели заменить, потому что будут много гостей, и нам не очень нравилось, какие у нас здесь были раньше лестницы, ну, мы вот тоже так потихонечку прибавляем и потихонечку заменяем. Я обращаюсь к вам, потому что здесь сидят наши активные ребята, что мы будем привлекать, потому что главным помощником вот среди волонтерской группы является Ирина Емельянова, и вместе с Алиной Швецковой здесь они помогают, и мы рассчитываем на вашу помощь и поддержку, потому что у нас 18-19-20 числа будет очень много гостей. У нас будет проходить совет ректоров, после долгого перерыва, совет ректоров аграрных вузов Минсельхоза Приволжского федерального округа.
нам приезжают ректоры не с ПФО. Они хотят посмотреть, что же такое этот Самарский аграрный университет, потому что мы сейчас, став университетом, очень серьезно зазвучали в федеральном плане. И вот у нас сегодня отряд животновод, серьезное животноводческое направление. У нас выбегал бычок, это наш талисман. Но наш проект 3D-интерактивный атлас и цифровая корова сейчас это такая очень-очень горячая тема, ну, как вы говорите, буквально на таком, на серьезном хайпе. И когда в Ставрополе я выступал перед, значит, министром федеральным Дмитрием Николаевичем Патрушевым, когда он увидел нашу разработку, цифровую корову, то есть он был очень серьезно, скажем, впечатлен. И вообще протокол записали, чтобы, значит, профинансировать эту работу, и чтобы это учебное пособие Самарского ГАУ появилось в каждом аграрном университете страны. И многие хотят приехать посмотреть, что же здесь такое происходит в Самарском аграрном университете. Поэтому я очень рассчитываю на вашу поддержку. На следующей неделе мы будем привлекать наших студентов для того, чтобы вы помогли нам действительно этот праздник отпраздновать. Хочу сразу сказать, что мы не пытаемся, помягче, скажем так, отменить и замотать студенческое празднование столетия нашего университета. Нет, но так вот сложились обстоятельства, мы решили его не делать все подряд. Мы решили, что для студентов праздник, посвященный столетию, для всех студентов университета, мы сделаем в начале следующего года. И я уже говорил это нашим студенческим лидерам, и сейчас говорю вам, мы хотим услышать вас, что вы сами, как вы сами хотите, чтобы мы отпраздновали вместе с вами, со студентами, столетие нашего вуза. Я жду ваших предложений, разумных, конечно. Да, так понятно, что там полеты на вертолетах и так далее, и так далее. Этого не будет, но маленький квадрокоптер запустить сможем. Вот. Поэтому, ребят, ждем от вас этих предложений. Я хочу, чтобы мы действительно вместе с нашими студентами, с нашим активом, кстати, вот 19 числа мы самых активных студентов пригласим. У нас 19 числа, у нас так, 18 будет здесь день открытых дверей юбилейный. 19 числа у нас в 2 часов начинается заседание, расширенное заседание ученого совета нашего вуза. И здесь будут вручены награды нашим самым активным студентам. 20 числа здесь состоится торжественное собрание, на котором будут приглашены наши гости, почетные гости и все друзья нашего вуза. Вот такая у нас будет неделя. Ну и мы ждем предложений, потому как мы вместе с вами в начале следующего года отметим столетний юбилей нашего университета. Вот, собственно, то, что хотел сказать. А если говорить о нашем движении наших студенческих отрядов, действительно, это очень здорово, что мы возродили это движение. Следующий этап, очень здорово, что мы начали попадать, собственно, в конкурсы и занимать места. Это и наш поисковый отряд, и Ирина Емельянова, значит, тоже была отмечена. Это очень и очень хорошо. Мы надеемся, что это такая серьезная база для того, чтобы нам рвануть дальше и действительно занять тоже достойные позиции нашего большого великого вуза. Спасибо вам огромное за работу, за то, что вы действительно сразу уже включаетесь в трудовую деятельность, не сидите, не ждете, не где-то там не пытаетесь уехать домой с удочкой на речку. Действительно, вот идете и работаете и доказываете и себе. Это ваш багаж. Это не только та заработная плата, которую вы получили за этот период. Это ваш опыт, ваша уверенность в жизни. Вот за вас, за всех вот здесь присутствующих, я совершенно спокоен, что выйдя в трудовую деятельность, вы уж точно не пропадете. Спасибо вам огромное. С праздником. Ну что ж, благодарим за такую длинную речь. Ну а сейчас пора узнать, какой же отряд стал лучшим. По итогам 3-го трудового семестра лучшим отрядом штаба студенческих отрядов «Континент» становится студенческий сельскохозяйственный отряд «Животновод».
разрешите теперь нам, штабом, вручить вам бойцовку? Конечно, разрешаю. Я вот сидел, думаю, вручать, думаю, достанется, хватит, не хватит. Поставили последнему выступить. Так, вот бойцовка, да? Спасибо. Специально костюм не одевал, думаю, вдруг бойцовка будет, да, так, чтобы сразу одеть. Дорогие друзья, приглашаю всех на сцену для общего фото. На этом наш праздник завершен. Спасибо всем за внимание. Мы очень рады, что вы сегодня пришли к нам. И мы всех, кто еще не в отрядах, с удовольствием встретим и будем рады видеть в наших рядах. Спасибо.